Петербурге стартовала весенняя призывная кампания. В этом году ряды вооруженных сил должны пополнить и 100 новобранцев из Петродворцового района. Город Курск. Курск? Да. Призывникам из Петергофа самое время изучать карту России. Служить им предстоит на территории огромного западного военного округа. А это не только Курск, но и Мурманск, Республика Коми, вся Ленинградская и Вологодская область, а также Москва. Первые отправки новобранцев к местам несения службы начались 20 апреля. Ну, в основном ближайшие регионы, конечно же. В горящих точках никто не отправляется. Вот. Единственное, что может быть, только ребята направляют сначала в учебные части. Вот. Вот. И через 3-4 месяца они могут сменить место службы. Остальные же, если отправлять сразу в воинскую часть, они прослужат там весь период своей службы в течение года. Но и без того число желающих отдать долг родине в Петербурге год от года растет. Современный призывник все чаще считает службу в армии хорошим стартом для карьерного роста. Учился в колледже физической культуры и спорта на 4-м курсе, на последнем. Вот. Решил сходить в армию. Вот, сам я не местный. Вернусь, восстановлюсь на учебу, ну, чтобы, так скажем, закрепиться в Питере. Спортивные роты, ВДВ, президентский полк. Служить в них хотят многие призывники, а вот могут лишь единицы. В элитных войсках к новобранцам предъявляют особые требования. Помимо идеального здоровья и физической формы, преимуществом для направления в лучшей части страны станут обучение в школе ДСАФ и опыт прыжков с парашютом.